Ужас, почему российское общество считает феминизм врагом? Добрый вечер. Я, наверное, буду начинать, потому что мне нужно за 15 минут ответить на два сложных вопроса. Первый сложный вопрос – это история про то, что… Хватит затыкать женщин! Значит, друзья, давайте проголосуем. Если кто-то хочет, чтобы мы с вами поменялись местами, я не против. Пожалуйста, у меня вопрос в зал. Хватит затыкать женщин! Хватит затыкать женщин. Хорошо, ладно, тогда, пожалуйста, продолжайте акцию, я не против. Я с интересом слушаю.